Всем привет, я Тася, мне 16 лет, я живу в Израиле. Я начала рисовать с 3 лет, я рисовала очень много. В 7 лет мои рисунки взяли как иллюстрацию литературный журнал 1 сентября. Когда мне было 11 лет, у меня было 2 выставки в Артплее. Это британская высшая школа дизайна в Москве. В 12 лет мои рисунки были взяты как иллюстрации в книгу «Фантастические твари Москвы и Московской области», и один из рисунков был взят на обложку этой книги. Мне вообще было интересно пробовать разные стили, и захотелось попробовать рисовать не только линиями, но и световыми и теневыми пятнами. Этот рисунок автопортрет сделан из света и теней. Мне очень понравился этот способ рисования, и я захотела нарисовать себя в таком вот стиле.